стандартное ограждение террасы. Ты сидишь на террасе, и вместо красоты ты смотришь на это говнище. Вот так выглядит весьма неплохое ограждение террасы. Две ступени, из которых растет травка, и там обрыв. Так выглядит самое лучшее ограждение террасы на планете Земля. Это кафешка в Кентамане. И высота до нижней части просто капец там. Примерно с пятиэтажный дом. И я поинтересовался у официантов, я говорю, как долго вы работаете? Они говорят, ну, 3 года. Я говорю, и что, ни разу никто не пиздец? Они говорят, да вроде нет. Вы, конечно, не заглядывали туда вниз. Да вроде никто не падал. Так что делать нужно только так. Единственное, я бы, наверное, ее еще сделал вровень с основной поверхностью террасы. Хотя и так тоже классно. То есть вот ты сидишь на низких стульчиках, и тебе ничего не перекрывает вид. Красота, писец.